продолжаем обсуждать ход и итоги афганской войны, которую вел Советский Союз в 1979-1989 годах. Эта война растянулась на целое десятилетие. Затянулось и обсуждение в студии «Историады» этого критического периода нашей недавней истории. На повестке дня остались важные вопросы. Как действовала в Афганистане советская авиация? Как работала политика национального примирения? И можно ли считать 1986 годом реального окончания войны? Сколько в итоге стоила Советскому Союзу афганская кампания? И, наконец, как расценивать вывод советских войск в 1989-м? Как признание поражения или просто как прекращение бесперспективной войны? В студии «Историады» Александр Томзов и Алексей Исаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Советская армия в Афганистане. Успех или поражение? Ну что, первым делом самолеты? Да, первым делом самолеты. И надо сказать, что советская авиация в Афганистане, можно сказать, прошла проверку теми действиями, которые будут потом типичными для российской авиации. Потому что Чечня... Основной, как говорится, способ действия – это борьба с отрядами. Даже сейчас в Сирии это тоже борьба с разрозненными группами, которые довольно тяжело выловить и уничтожить. Исаев Алексей Валерьевич. Окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института, кафедра системного анализа. Кандидат исторических наук. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны России. Автор трудов «Антисуворов. 10 мифов Второй мировой», «Операция Багратион», «Сталинский блицкриг в Белоруссии», а также ряда других работ по истории Великой Отечественной войны. И здесь, как ни странно, такой гадкий утенок советской авиапромышленности, можно сказать, инициативная разработка, самолет Су-25, оказался востребован. То есть он был таким идеологическим наследником Ил-2. То есть штурмовик, самолет поле боя, в то время как основная масса авиации летала на огромной скорости на больших высотах, но они, что называется, над целями просвистывали. Они, конечно, бомбы, да, бомбы сбрасывали, но точность бомбометания была невысока. А опытное использование Су-25 показало, что машина практически идеально подходит для условий вот такого локального конфликта. Она, конечно, была такой сидячей уткой в каком-нибудь воздушном бою, но воздушный бой вести не надо было. Нужно было прокрадываться по склонам высот, выцеливать малоразмерные цели и наносить удары в интересах войск, которые, опять же, могли как-то давать координаты, куда могут бить летчики. Здесь 1986 год оказался таким переломным в том плане, что в конце 1986 года у афганской оппозиции появляются новейшие зенитные комплексы «Стингер». «Стингер» – американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей – самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов. Обеспечивает также возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Разработан американской корпорацией General Dynamics. Принят на вооружение в 1981 году. Один из наиболее распространенных ПЗРК в мире. При этом следует понимать, что «Стингер» не был первым комплексом, который попал в Афганистан. Были так называемые «Редай» и «Блоупайп». Но они были хуже по характеристикам и меньше достижимость по высоте. Небезызвестный Рудской, человек, который потом стал видным российским политиком. Рудской Александр Владимирович.
Советский и российский государственный и политический деятель. Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР. Генерал-майор авиации в отставке. Доктор экономических наук, кандидат военных наук, профессор. Единственный в истории вице-президент Российской Федерации. В 1985-1988 годах участвовал в боевых действиях в составе ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан в должности командира отдельного авиационного штурмового полка 40-й общевойсковой армии. За время Афганской войны совершил 485 боевых вылетов на штурмовике Су-25. Он был сбит в начале 86-го года совсем не «Стингером». Он был сбит как раз-таки комплексом предыдущего поколения, «Редаем». Остался жив, но тем не менее вот это появление новых комплексов, и не только, так сказать, ДШК, пулеметов зенитных, оно существенно поменяло обстановку в воздухе. Тогда вопрос, да, даже два. Появление комплексов откуда и каким путем? Производство чего? Американское? Да, это американские. Поставки американские, но поставлялись они через Пакистан. В основном через Пакистан. Да, выделено было, причем довольно много, выделено было сразу 600 комплексов. То есть, я бы так сказал, это хватило бы на всю авиацию, которая была там собрана, если бы она летала на небольших высотах. Интересно было бы узнать, ну, уже спустя годы, каким образом это все доставлялось, да, вот через Пакистан. Отправляли ложные караваны, прикрывая реальные, где были стингеры, ну, чтобы охотились за другими, где, может быть, просто обычный боеприпас, там, мины, противотанковые комплексы. Томзов Александр Сергеевич. Окончил Московский городской педагогический университет, исторический факультет. Военный историк. Соавтор одного из военно-исторических порталов, а также автор множества статей и публикаций в интернете по военной истории и истории вооружения 20 века. А проблема в том, что граница не была полностью перекрыта. Хотя афганская армия восстановила к 86-му году свои пограничные войска, но это совсем не аналог был советских пограничных войск. И в границе существовали бреши. Как ни боролись с караванами, все равно существовали сотни переходов, троп, которым, в общем-то, постоянно, каждый месяц пересекали караваны с оружием и с другими, с медикаментами. Это сложные условия местности. Да. Вот. А скажите, этот «Стингер», да, вот в упакованном виде, я так, ну, немножко... наивно, да, спрашиваю. Вот что это такое, вот объем? Вот. Это большой, массивный, метра, почти 2 метра длиной. 2 метра? Да, длинный ящик. То есть это здоровенная махина, но имеется в виду со всеми, как говорится, оборудованием. Ну, заводской упаковкой. Да, заводская упаковка – это здоровенная махина, которую на самом деле действительно, как говорится, на ослика не погрузишь. То есть его возили, караваны возили, это все, в том числе автомашины, за ними охотились. Причем была даже целая серия операций под названием «Западня», как раз на границе, когда пытались перехватывать караван. Причем предпринимались даже такие необычные способы нападения, как подлетали к каравану с подветренной стороны на вертолете, чтобы звук не доносился. И прямо из окна стреляли из автомата по этому каравану. То есть его подготавливали, а потом иногда высаживали группу после результативной стрельбы. Она перебирала, что там в этом караване интересно. Но за «Стингер» был обещан герой Советского Союза, поэтому за ним охотились специально. В чем проблема? 3500 метров высота. Это приличная высота, и с этой высоты точность начала падать. То есть точность бомбометания, она сразу, когда кидает бомбы не в упор, а с высоты, то... В начале «Стингера» еще там в 85-м году стали появляться. Но если даже в начале 86-го года их там, допустим, было на вооружении оппозиции меньше сотни единиц, то уже к 87-му году их было порядка 800-900 комплексов. То есть, несмотря на то, что охотились с караванами, они в очень значительных количествах продолжали поступать. Вероятно. Но это скорее... Нет, это 87-й уже год, не 86-й, 80, с концу 87-го уже их было порядка 800. Вот, а что это, как сказалось, на действиях авиации? Да, приходилось поднимать высоту боевого использования оружия и
Вообще, в первую очередь, сказалось на вертолетах. Резко уменьшилось количество применения неуправляемых ракет. Если раньше вертолеты, можно сказать, вообще в упор отстреливали из блоков неуправляемые ракеты, реактивные от этих снаряды, то за год после появления массового количества стингеров количество применения этих реактивных снарядов в 5 раз уменьшилось. То есть там просто статистика перешли... расхода, да? Эффективность вот так упала, да? 5 раз. Перешли на бомбометание вместо реактивных снарядов. Еще, в принципе, как и раньше, продолжали применяться управляемые ракеты с вертолетов Ми-24 «Штурм». Противотанковые ракеты? Противотанковые, да. Неактивно применялись для уничтожения огневых точек. То есть большой дистанции? Вот, ШК выбивали прям точечными ударами. Вот, но все-таки из-за того, что высота применения авиации повысилась, то на точности это тоже, в общем-то, сказалось. Потому что так вот этот неуправляемый снаряд, он с готовыми поражающими элементами, такими в виде гвоздиков, там пару раз сводили летчиков посмотреть результаты стрельбы, так сказать, превращенных в кашу маджахедов, им потом было очень плохо, они там с серыми лицами отходили, даже не представляли, что творилось на земле, когда стреляли нурсами, этими неуправляемыми снарядами. А раз, и можно сказать, вырвали одно из средств борьбы. И все-таки какая была, вот, скажем, дальность наиболее результативная этого оружия? Ну, вот потолок у него был 3500 метров. Ну, это так уже, да? Вот как... Ну, если брать наклонную дальность, то она, конечно, меньше. Но тут надо учитывать рельеф Афганистана, гористый. И стингеры могли стрелять, что называется, с вершины горы. И могли доставать самолет, который атаковал цели в ущелье. И для Су-25 это была плевуха. Только наши обрадовались, что появилось чудо-оружие, как сразу потеряли в первую половину 87-го года, была потеряна прям эскадрилья, 8 машин, один за одним, бам-бам-бам. Ну, не все летчики погибли, но и достаточно сказать, что за всю войну было потеряно 31 Су-25, из них 8, так сказать, бенефис стингеров. Пытались сооружать там могучую систему помех, но эта помеха, она выедала столько электричества из самолета, что сказали, нет, это не взлетит. И поэтому пошли по пути повышения бронирования, бронезащиты, и, в общем-то, даже после попаданий самолеты дотягивали до базы. Но все равно это сразу резко ухудшило ситуацию, в том числе там, для транспортных самолетов. Поэтому это был такой перелом тактический. А наложился он, собственно, вот на ту самую политику национального примирения. Вот, и опять мы подходим к 86-му году. Да? Перелом в войне в воздухе, да, так или иначе, и перелом какой-то на земле в плане, вот, не знаю, строительства нового афганского государства. Да, здесь нужно сказать о человеке, Наджибулла. Мухаммад Наджибулла – афганский государственный деятель, дипломат, президент Республики Афганистан, председатель Революционного совета Демократической Республики Афганистан, генеральный секретарь ЦК НДПА, начальник службы государственной информации. Придя к власти при поддержке советского правительства и сменив Бабрака Кармаля, инициировал политику национального примирения. После распада СССР был свергнут маджахедами. В 1996 году захвачен и убит талибами. Он говорил о том, что я хочу там, благо для моего народа, для простых людей. То есть он такой, можно сказать, был человеком идейным. Угу. Еще он обладал огромной физической силой. Его с самого начала звали «Бык». То есть это даже на фотографиях видно, что он такой очень крепкий, здоровый мужик. И это не очень вязалось там, с профессией врача женского. Но, тем не менее, он попадает в этот весь водоворот событий. И постепенно, он практически со дня основания в партии НДПА, крыло парчам, ну вот. Что логично, ввиду того, что он был сыном чиновника, что называется, столичным жителем. И в апрельскую революцию, соответственно, он попадает уже в действующие политики, но достаточно быстро оказывается отстранен. Его посылают с миссией там, за границу, и он вообще реально оказывается политическим эмигрантом,
который возвращается обратно после того, как советские войска вошли в Афганистан, так сказать, штурм дворца Амина, и он, можно сказать, вместе с другими деятелями, там, Бабраком Кармалем, он возвращается и входит, что называется, во внутренние органы ХАД. Служба государственной информации, СГИ, ну или по-другому ХАД. То есть это вообще два названия, одно того же. Это... Да, и причем надо сказать, что Наджибулла себя не показал как палач по локоть в крови. Он как раз, не в отличие от предыдущих ораторов, которых свергали как раз с помощью Альфы и штурма дворца, он, наоборот, предпочитал налаживать контакты. Он ХАД имел контакты и с оппозицией за границей, и с некоторыми полевыми командирами. То есть, в общем, Наджибулла себя сразу... Он был таким переговорщиком, да, по сути. Да, он был именно вот не, как говорится, человеком, склонным к тому, чтобы направо и налево рубать головы, а именно вот переговорщиком. И именно это, скорее всего, создало предпосылки для этой политики национального примирения. Он оказался, на самом деле, ставленником советской, что называется, Советского Союза. Я уж не знаю, насколько это было так связано, но вот решили, что человек из внутренних органов – это как раз человек, который нам нужен. И Бабрака Кармали отстраняют по состоянию здоровья. То есть он был, на самом деле, молодым человеком, но его по состоянию здоровья отстраняют. Здоровье с советской точки зрения было не очень. Да, здоровье было не очень, и появляется Наджибулла. И очень быстро это происходит в 86 году, в начале он приходит, где-то в мае он, так сказать, выходит на первые роли. А первая роль как называлась тогда? А, вот что-то типа генерального секретаря. А, то есть, такие номинации? Да, партийная номинация. И к концу года 86-го, еще не зная, что караванами двигаются стингеры, он объявляет политику национального примирения. И она заключается в том, чтобы прекратить войну и по максимуму со всеми договориться. Он был человеком достаточно широких взглядов. Достаточно, опять же, сказать, что он был человеком, который решился на то, чтобы поехать в ООН, в Америку, и там выступить вот с вот этим предложением по национальному примирению. Тогда уж заинтриговали, скажем, трагическая судьба Наджибуллы. Судьба была трагическая после того, как уже распался Советский Союз. Помощь больше Афганистан не оказывал. 92-й год. Да. Оппозиция приходит в столицу, в Кабул. Наджибулла вместе с несколькими ближайшими сподвижниками прячется в миссии ООН. И вот это нахождение в миссии ООН, оно длилось до 96-го года, когда пришли талибы. На самом деле пришли талибы и, так сказать, пакистанцы вместе с ними, так сказать. И Наджибулле сказали, вот бланк, когда ты был президентом, ты уже давно не президент, но мы задним числом подпишем изменение границы. Ты нам с Пакистаном? Да, подпишешь нам изменение границы, и, так сказать, после этого, ну, может быть, мы тебя убьем, но легко. А так его пытали, причем человек бык. Стоп, это же у нас миссия ООН. Где его? Нет, ну как, его оттуда выгнали? Нет, талибы зашли туда, да. Кстати, всех расстелили на полу и забрали всех. То есть был еще силовой захват миссии ООН, да? Передача? Ну, там, скажем так, стрельбы не было, но... Да, они принудительно. То есть было понятно, на самом деле, ООНовцы, они не готовы были воевать, понятное дело. Это часто происходило. Это нормально. Это не надо ему упрек ставить. Пытаемся понять, что происходило. Да, и его арестовывают, сразу начинается избиение. И вот эти вот предложения, пытки. И дальше он, что называется, был запытан и, так сказать, повешен в Кабуле. Так сказать, на всеобщее обозрение. Причем незадолго до того, как его казнили, он, человек, будучи большой физической силы, он напал на одного из охранников, отобрал у него пистолет и застрелил еще одного человека. Правда, не насмерть, ранил. После этого его скрутили и продолжили, значит, над ним измываться. Но, тем не менее, это человек большого, так сказать, личного мужества. Он не подписал бумагу. Он сказал, что я верен своей стране, я верен, опять же, своему, что я пуштун, и меня проклянут в века, если я подпишу эту бумагу. Поэтому ничего я вам не подпишу. Делайте, что хотите. И вот, я думаю, его грело еще то, что семья уже была в Индии.
Значит, семья смогла уйти, да? Да, семья могла уйти, да, заранее. Осталась в Индии. Причем надо сказать, что когда уходили остатки НДПА уже в эмиграцию, они их не пускали через границу бывшего Советского Союза. Причем Ахмад-шах Масуд, он говорил, я вас арестовывать не буду. С советами договоритесь, идите на все четыре стороны. И они там некоторое время ждали, пока их пропустят. Так, это совершенно невероятные, да, последствия, ну, скажем, вот того периода, который мы обсуждаем. Давайте вернемся в 86-й год. Там же еще какие-то, да, важные... Да, еще можно немного досказать по поводу политики национального применения. Потому что одним из главных пунктов, который заявил Наджибул, выступая на 30-31 декабря 86-го года на 21-м чрезвычайном пленуме ЦК НДПА, то, что предлагалось с 15 января 1987 года прекратить огонь между всеми враждующими странами и впоследствии решать вопросы жизни Афганистана не военными вопросами, а путем мирных переговоров. И понятно, что оппозиция, может быть, и не сразу бы перестала вести огонь, но в первую очередь говорилось о том, что афганская армия первой огня открывать не будет после этого числа, 15 января. Дальше он еще говорил о том, что нужно налаживать контакты еще с такими силами, которые находятся на территории Афганистана, как племена. То есть нужно вводить их в жизнь государства и договориться с их авторитетом. Имеется в виду несколько миллионов это пуштунских племен, которые проживали, плюс еще хазарейцы и нуристанцы. То есть помимо оппозиционных сил еще и договориться с коренными племенами, жителями. Которые жили не только вот в кишлаках, а именно... То есть еще кочевые, да? Да, кочевые племена. И племена. Но вот казарейцы – это шииты по вере исповедания. Они вообще таким линией по всему Афганистану проживали, примерно по центру от Ирана до Пакистана. Так что они, в принципе, везде были, но основное население Афганистана – это сунниты, а это были шииты. И вот с ними тоже нужно было договариваться, чтобы... прекращать эти военные действия. И, соответственно, еще одним из важных моментов было то, что рабочим органом политики применения это были чрезвычайные комиссии, которые создавались на всех уровнях, то есть от кишлака до уровня провинции. И что делали эти комиссии? Они занимались решением всех социальных вопросов, поставкой еды, медикаментов, вопрос там землепользования. И решалось все посредством созыва джирк мира. Это такие собрания из авторитетных представителей местного населения, в которые включались вот уже не только представители партийной структуры НДПА, но еще авторитетные люди, проживающие на территории там кишлака или провинции, также мулы, в том числе и представители оппозиции, перешедшие на сторону правительственных сил. Вот всеми ими на советах уже решались вопросы о том, как будут жить и что будет происходить на территории провинции кишлаков без применения оружия. Но главный инструмент – это все-таки вот эти комиссии, да? Комиссии и создаваемые ими собрания. Причем как бы разных уровней. Да, разных уровней. А вот формировались они НДПА или по какому-то другому? По партийному принципу или по какому-то другому? Они формировались из авторитетных и влиятельных людей, проживавших на конкретных территориях. Старейшины в основном были. То есть вопросы решали со старейшинами, с мулами. И это тоже все стартовало вот с января 1987 года. Да. Да, и вот Наджибулла сделал ставку на крестьян, причем он, опять же, от своей вот этих левой идеологии, он повысил порог владения землей. То есть раньше были такие ограничения, что называется, 6 гектаров. То есть чтобы были все так, ну, не уравниловка прям, но, что называется, никто резко не выделялся. А он повысил там до 40 гектар порог, что можно было владеть 40 гектарами единолично земли, обрабатывать ее трактором. И в этом плане, так сказать, неиспользуемая земля раздавалась. И старался он привлечь на свою сторону крестьян. И еще был у него один из аспектов этой политики, ну, опять же, относительно успешный, возвращение беженцев. То есть он, те, кто ушли на территорию сопредельных государств, он говорил, там, возвращайтесь к мирному труду. Так, сопредельные, это у нас, значит, Пакистан на первом месте, а еще какие? Иран. Иран.
А вот тогда просто такой вопрос, недоумение. Мы знаем статистику ушедших в ту и другую сторону, скажем, пакистанскую и в иранскую? Там на уровне миллиона, то есть где-то там возвращались на самом деле десятки тысяч, но в изгнании оказалось около миллиона человек на самом деле. Суммарно, и в Пакистане, да, и в Иране, да? Гораздо больше. Нет, да. Только в Пакистане, по-моему, миллион был, а еще сколько-то? Порядка миллиона, это скорее в Иране было, а в Пакистане два или три. Скорее, даже около трех. А плюс еще это вот в сопредельных государствах, а еще беженцы там в Саудовской Аравии были, там в других более дальних. Это началось еще, на самом деле, в середине 70-х началось, так сказать, исход. Исход вот. Вообще беженцев было общее количество 4,5, проживавших за территорией Афганистана. И, соответственно, большая часть из них как раз находилась в Пакистане, вот около миллиона Ирана и вот все остальные там уже страны мира. Хоть там Индия немного. И вот их пытались возвращать, опять же, возвращать к мирному труду и создавать какие-то отряды самообороны, то есть лояльные к правительству отряды самообороны. То есть он, на самом деле, Наджибулла резко повернул курс вот на это национальное примирение. И здесь у него было две проблемы. Первая проблема, она называлась... радикальная оппозиция, которая находилась большей частью в Пакистане, которые, наоборот, это восприняли что как слабость, и что никакого национального примирения... Патроны, да? Да, продолжаем воевать, так сказать, до победного конца. А вторая сторона, которая на самом деле у нас как бы в прессе об этом предпочитали помалкивать, это то, что против него начали активно выступать сторонники Кармаля. То есть, наоборот, считали, что Кармаля неправильно отстранили, что хороший человек, а тут пришел какой-то, что называется, солдафон из органов и отходит от ленинских принципов. Ну, вот условно, это, то есть, условно ленинских принципов. Ревизионизм попахивает. Да, что человек пошел, так сказать, к предательству идеалов апрельской революции. И вот эта оппозиция внутри партии, она на самом деле, если назвать вещи своими именами, саботировала политику национального примирения. То есть они были против того, что, ну, с другой стороны, это как бы объяснимо. То есть, как говорится, леваки. И тут им предлагают заседать с муллами и, так сказать, обсуждать строительство мечети за госсчет. То есть тут, я думаю, что радикальное крыло НДПА, оно тоже абсолютно от этого удовольствия никого не испытывало. И, по сути, Наджибулла оказался между двух огней, но, справедливости ради, он гнул свою линию очень упорно. И один из, опять же, средств, которым он проводил свою линию, это строительство дееспособной афганской армии. То есть вот тут я думаю, что... То есть была еще и реформа армии. Да, особенно она активизировалась с приходом Наджибуллы. И, кстати, не только армии, но и других силовых структур. То есть, в принципе, я уже повторюсь при нем, что он сделал. Он восстановил пограничную службу. Но главное, это все-таки армия, да. А Наджибулла, в принципе, будучи главой службы госбезопасности, он, в общем-то, имел хорошее представление о том, как происходят боевые действия. Он основную ставку сделал все-таки на мобильные войска, аэромобильные. И ключевыми он считал создание десантно-штурмовых бригад и батальонов, то есть которые перемещаются там посредством вертолетов, высаживают тактические десанты. Это прогрессивно достаточно так. То есть как-то учитывался советский опыт? Да, это именно бригады и батальоны создавались по образу и подобию десантно-штурмовых подразделений и соединений советской армии. Вот, соответственно, помимо к тем уже, которые уже были, там 37-я, 38-я бригада, были созданы несколько полков и батальонов и развернуты в различных городах по всему Афганистану. Ну, в основном, конечно, ближе к Кабулу. Тут, наверное, имеет смысл сказать про Джалалабад уже. Джалалабад – город и административный центр провинции Нангархар в Афганистане. Транспортный и торгово-распределительный пункт на дороге Кабул-Пешевар у реки Кабул. Основан падишахом Могольской империи Джалал-ад-Дином Акбаром в 1570 году. Это
малоизвестная страница, это то, что когда афганская армия справилась сама, потому что вот эта непримиримая позиция, там Раббани, там и другие люди, так сказать, которых на самом деле науськивали и подзуживали западные, так сказать, державы, они предприняли, на самом деле это уже был 88-й год, они предприняли целый ряд вылазок с целью захвата крупных административных центров. И один из этих административных центров был Джалалабад. И они его пошли на штурм, как говорится. Ну, естественно, поддержка была афганской армии с воздуха. Но тем не менее афганская армия сумела отбить все попытки взять Джалалабад и, как говорится, одержать такую, ну, на самом деле, больше моральную победу, но и нанести удар, опять же, вот по этой политике примирения. То есть афганская армия отбилась сама, ну, с помощью, так сказать, советских сил, но помощь советских сил была, на самом деле, не такая уж большой на тот момент. И планы вот этой оппозиции, которая хотела, что называется, кавалерийским наскоком опрокинуть политику национального примирения, вот сейчас мы войдем в Кабул, не получилось у них. Кстати говоря, свою особую роль сыграли как раз вот десантно-штурмовой полк. Ну, помимо пехотной дивизии, которая была составлена с основой обороны Джалалабада, был еще десантно-штурмовой полк, который активно воевал с оппозицией. И плюс еще Джалалабада были стянуты несколько пограничных бригад, которые влились в состав защитников. Просто начался же процесс вывода советских войск. И, соответственно, почему оппозиция решила напасть на Афганистан? Советские войска, то как раз там, допустим, до этого был 154-й батальон спецназа и другие части, они ушли, все. Город остался только под защитой афганских войск. И, соответственно, от границы были сняты еще несколько пограничных бригад, которые тоже влились в оборону. И, в общем-то, там еще какая особенность была? Отряды оппозиции насчитывали там порядка 8 тысяч человек, это во всей провинции. Армия была там порядка 20 тысяч, но из этих 20 тысяч больше половины были расставлены блоками охранения по всей провинции, так что город охраняли гораздо меньше. И тут как раз свою роль и пограничники сыграли, и воссозданный недавно, не отличавшийся высокой способностью десантно-штурмовой полк. Его иногда плюс команда еще, да, команда, да. Ну и, соответственно, Джалалабад осуществлял поддержку с воздуха, имеется в виду не только огнем авиации, а еще... Ну, что-то вроде транспортного моста было. То есть подвозились боеприпасы, которые позволяли артиллерии вести огонь. И еще главный момент. Сыграл свою роль политика национального примирения. Дело в том, что... первые результаты, да, вот политические? Здесь действовали оппозиции, как раз непримиримых. Это ИПА, партия исламская. Вот, они вообще негативно относились ко всякого рода переговорам с правительствами. С правительством, с правительственными силами, сочувствующими людям. Мы их относим к талибам или нет? Или это не талибы, это оппозиционеры, входившие в состав Исламской партии Афганистана. Это одна из таких радикальнейших партий, которая на тот момент была оппозиционных сил. Так дело в том, что когда представители партии или оппозиции обратились к местному населению, сказав, что а давайте вот вы позволите нам Джалалабад захватить, советские же войска ушли, то им как раз ответили, что а почему это мы должны вас пропустить? Если советские войска ушли, то есть общего врага уже между нами нет, воевать нам не с кем, а у нас все нормально, и вы тут нам вообще не нужны. То есть еще местное население Джалалабада и округи было против оппозиции. Так что здесь все сказалось, и подготовка армии, и политика национального примирения. Но при этом надо понимать, что у этого всего была оборотная сторона, то есть афганская армия, она занимала преимущественно оборонительную позицию, а, так сказать, радикалы, и, так сказать, опять же, подзуживаемые все же, они чувствовали за спиной, что их поддерживает Америка. Да, и они, так сказать, считали, что договариваться не надо, и мы рано или поздно войдем в Кабул. И вот эти вот даже публичные заявления, и Наджибулла ездил, так сказать, выступал в ООН, и на переговорах в Женеве, оппозиция не шла на компромисс. И поэтому вот эта политика национального примирения, она была очень такой шаткой. Особенно, опять же, в связи с тем, что Наджибуллу пытались скинуть и внутри партии. То есть его считали, что называется,
практически ренегатом, несмотря на все его усилия и, на самом деле, успех на некоторых направлениях вот этой политики примирения, она все равно... Это все шло к тому, чем закончилось, на самом деле, в 90-е. С приходом талибов власти. И еще про политику национального примирения есть версия, что он объявил эту политику национального примирения, ПНП, на самом деле, такой даже термин встречает в литературе. После того, как съездил в Москву, поговорил уже там с Горбачевым, и с Шеварднадзе, и приехав из Москвы, как раз был декабрь 86 года, он, так сказать, на пленуме сказал, что а вот мы меняем политику, и одновременно вот это вот проходил сначала демонстративный вывод советских войск, а потом уже начали готовиться к тому, чтобы войска вывести в ОПСИ. И на самом деле тут сложно предсказать, сумел бы он наладить жизнь, если бы ему продолжили его поддерживать, то есть не, так сказать, не подпирать штыками, а именно поддерживать. То есть. Вот про поддержку, да, и про подзуживание. Да. Значит, у нас что получилось в афганском конфликте? Да? Ну, открытое присутствие советских войск и влияние ряда, скажем так, да, западных государств. Вот Америку мы назвали. А какие еще международные силы были прямо или косвенно вовлечены в этот конфликт? Китай, который тоже был, что называется, большим другом в кавычках Советского Союза, и масса вооружений попадала в Афганистан, да, китайского производства. Оппозиция. Ну, это как бы... Не, Китай, на самом деле, он, вот, что называется, прямо не встревал, да. Но, тем не менее, он поддерживал вот эту вот исламскую оппозицию, считая, что таким образом можно, так сказать, сделать Советский Союз уговорчивым, может быть, на каких-то других вопросах. Вообще, Афганистан стал такой разменной международной картой, поскольку в ретроспективе, пометуя и события 11 сентября, и войну уже, так сказать, в Афганистане, которую вели в 21-м столетии, как говорится, цельный, мирный и, я бы сказал так, прогрессивный, неприсоединенный Афганистан был хорошим вариантом. Но тогда, в 80-е, его не хотели, именно используя как разменная карта, как средство давления на Советский Союз, потому что что было для Советского Союза? Это была нагрузка на экономику. То есть то, что как бы для того, чтобы режим Наджибулы мог вот это все проводить, каждый день в кабульском аэропорту садился где-то с десяток Ил-76-х и доставлял все, что мог. Отлично. Подходим к теме экономики. Назовите вашу цену. Сколько стоила афганская компания хотя бы в деньгах? Вот можно ли дать вот экономический параметр понесенного там, я не знаю, ущерба, не ущерба? Не знаю, что приобрел Советский Союз, но вот сколько он вложился в эту афганскую кампанию? Можно назвать эту сумму? Ну вот бюджет годовой Афганистана, сколько, по-моему, миллиард был? Ну это в разные года. В 86-м году, например, порядка 600 миллионов был. Потом... Долларов, да? Долларов. Тогда, да, это бюджет, это Афганистан 86-го года. Ну на то время потом это очень существенно, конечно. Международного масштаба. Нет, точных суммах о потраченных средствах нет, но, например, 86-й год, вот как раз порядка 600 миллионов, если там в доллары переводить, было вложено. И то это не все, это только часть средств посчитана. А потом было и до миллиардных вложений в 87-88. Просто армия уходила, советские войска. Нужно было вооружение поставить, боеприпасы. А один из средств, чтобы правительство продержалось у власти, нужно, чтобы оно обладало достаточными запасами вооружений, и не только вооружений, а еще и боеприпасов к ним. Соответственно, это очень большие финансовые средства тратились на доставку. Ну, в общем, где-то, я думаю, что можно оценить в районе там, 10 миллиардов так сказать, долларов. Да. Тех долларов. Да, без учета расходов на так сказать, содержание армии непосредственно, то есть там горючее, так сказать, боеприпасы, то есть расходы на ведение самой войны. То есть это исключительно вложения прямые в экономику и вооруженные силы Афганистана, потому что у Афганистана были собственные военно-воздушные силы, им поставляли самолеты, и там этих транспортных самолетов у них было немало. То есть, в общем, довольно это было дорогостоящее
дорогостоящий проект для Советского Союза, особенно с учетом того, что в 1986 году произошло, так сказать, падение цен на нефть. Цен на нефть. Да, да. Если отвлечься там, от конспирологии, что он произошел там специально, но не в том числе... не про конспирологию. Да, а это был про конкретные факт. Цены на нефть. Да, это был факт, и, соответственно, любые внешнеполитические инициативы Советского Союза, они стали обходиться... Просто, скажем так, на них перестало хватать денежных средств. Это стало одним из стимулов для Горбачева к тому, чтобы войска выводить, поскольку действительно перспектив-то особых так. не было. То есть... А были ли вообще перспективы вот на 88-й год, вот перед выводом? Вот что тогда можно было бы назвать перспективами с точки зрения Советского Союза? Перспективами с военной точки зрения можно было бы назвать загон туда большой группировки, способной контролировать... Опять-таки советской. Да, советский. То есть, о Варшавском договоре мы уже не говорим. То есть именно советский, только Советский Союз. Да, Советский Союз, который мог бы контролировать значительную территорию, да. И тут вопрос еще, как ее снабжать, потому что бедная дорога. Но тем не менее достаточно, так сказать, крупная группировка, которая была способна. Ведь опять же мы обсуждали в прошлый раз эти операции в Паншире, там, так сказать. Приходит 11 тысяч советских солдат, там 4 тысячи афганцев, так, тогда еще, вот, кстати, вот эта необновленная армия Наджибулы проходит огнем и мечом по ущелью, выгоняет Ахмад-Шах Масуда, который, так сказать, получив заранее маячок о том, что сейчас будет операция, он куда-нибудь уходит. Маячок откуда пришел? Ну вот, так сказать, он мог... Что из другой мог стрелять? Нет, он имел агентов, так сказать, в афганском генштабе, и он уходит. Соответственно, постоянно держать этот контингент в ущелье нельзя. Оттуда войска, вот эти нагнанные, прошедшие огнем и мечом, уходят. Остается два полка. Это пункт Анава – десантники, пункт Руха – мотострелки. И они фактически обороняют свое расположение. Возвращается обратно Масуд. Это рассказываю, на самом деле, ход 1984 года. То есть то, что по итогам чего как бы посмотрели и решили, что надо как-то менять. И в итоге поменяли на Наджибулу, который, в принципе, его политика, она в дальней перспективе, что называется, на отрезке лет в 10, она вполне могла принести успех. Но вот радикальное решение для СССР, это было, конечно, вот либо больше войск, либо уходить. Mm-hmm. Вот то есть третьего, как говорится, не дано. Да. То есть... А был ли, мог ли быть третий вариант вот в этой ситуации? Или дальше, да, как бы инвестировать... военную силу, или уходить? Я даже скажу, вариант пограничников. Ну, да, вариант пограничников, конечно. Можно было брать пример с группировки погранвойск, которая действовала на севере, такая, можно сказать, вторая сороковая армия. Сначала было немного, потом порядка 8-12 тысяч было в разные года. Они контролировали там, территорию Афганистана от границы СССР на глубину там, на юг до сотни километров. И относительно, помимо того, что участвовали в многочисленных операциях, то есть погранвойска провели порядка 1200 операций боевых. Но дело не только в них, они еще договаривались с местными оппозиционными командирами, которые шли на компромисс, непримиримых устраняли. То есть, в принципе, они, что главное, добились пограничные войска. По этой территории, в общем-то, в основном, ну, не то, что беспрепятственно, но довольно-таки спокойно проходили наши колонны снабжения. По ним, конечно, случались нападения, но гораздо реже, чем в центре Афганистана. Вот. Дело в том, что войск все равно было очень мало. То есть военный путь и наращивание группировки, это не мог себе СССР такого позволить. В принципе, вот в Афганистане было развернуто всего несколько дивизий, так при этом каждая дивизия контролировала территорию 300-400 километров. Это вообще нереальные то есть границы. Это какая-то доля территории, процентов 10, наверное? Или, по-моему, я слышал цифру, 14% контролировали. Это более чем скромно. Нет, ну просто территории. Когда дивизия развернута на территорию там, в 400 километров, она, и еще когда половина дивизии стоит в виде блоков и сторожевых застав вдоль магистрали, то есть, в принципе, половина группировки
который там к 88 году достигло там 110 тысяч, занималось охраной коммуникаций. Чуть меньше половины, где-то, по-моему, 40%. Процентов 40. Да. Ну, здесь половина, это с учетом еще тех, которые охраняли там город Кабул, другие аэродромы, ну, в целом охранные функции выполняли. А оставшихся 50 тысяч совсем не хватало. То есть именно, что где-то проводят операции, навели порядок, уши не все, а оппозиционеры обратно туда вернули, все продолжается по кругу. То есть так. Здесь нужно было именно договариваться с представителями применения. Оппозиции. Да. Ну, вот, наложить с ними контакты. Да, то есть попытаться, так сказать, отбиться от радикальной оппозиции, как это вот тут Джалалабад, как пример. То есть вот да, если удалось... Да, сохранить именно в таком духе, то есть, может быть, так сказать, с подпоркой там, военно-экономической Советского Союза, это имело перспективу. А так вот в связи с крушением Советского Союза вот эта вот политика Наджибуллы, все же Наджибулла усидел до 92 года. Надо при этом сказать, что усидел он, конечно, с трудом в том плане, что, например, отвалился с севера Афганистана, где хозяйничал Дустум. И, так сказать, Ахмад-Шах тоже, так сказать, был полновластным королем в своей области. Но, тем не менее, в Кабуле Наджибулла досидел, можно сказать, 89-й, 90-й, 91-й, 92-й. Так, то есть 4 года. Но у нас 89-й год. Да, 8... вот, как мы начинали разговор, да, я себе представил на месте, ну уж не могу сказать кого, но какого-то центрального, да, ключевого звена в принятии решений в Политбюро, вводить войска или не вводить. Значит, аргументы оказались за, за ввод. Вот теперь финал, 89-й год. Уходить или не уходить? И с каким чувством? Ну, вариант не уходить, я думаю, уже не было. Нет. То есть это, да. То есть оставаться нереально. Да, то есть несмотря на то, что, как говорится, открыто, например, не признавали неуспеха какой-то вот операции, но, опять же, была, например, операция «Магистраль», там, проводка снабжения ХОСТ, там, вот эти паншевские операции, везде одно и то же. Хотя и называли формально успешными, но, тем не менее, люди-то в штабах понимали, что поставленные задачи в приказе, они не выполнены. Надо, так сказать, это все сворачивать. И был взят курс на сворачивание операции. Я бы так сказал, последняя операция, по-моему, называлась «Шторм», которая как раз расчистка дороги для выхода советских войск. Ну, это на севере где-то, да? Да, это вот именно на север, то есть массированные, так сказать, бомбо-штурмовые удары, так сказать, прокладывание себе безопасной дороги для выхода. То есть, на самом деле, сначала вот демонстративный выход, это был где-то 87-й год, когда вывели, на самом деле, бестолку, введен всякие зенитно-ракетные дивизионы, это, понятно, что они были не нужны там в Афганистане, и это все повыводили, это был демонстративный, а более, так сказать, серьезный, это как раз был выход, вот, путь к выходу в начале 89-го года. Итак, уходим. И вот ваша финальная оценка. Что это? Поражение или какое-то иное вот, не знаю, внутреннее ощущение? Вот мы подводим, вот, жестко подводим итог. Я бы так сказал, что очень это все напоминает Вьетнам. То есть вот вьетнамизация, когда американцы ушли, а вот то, что будет потом, что, как говорится, сместят президента, который, так сказать, зуб дал, что будет поддерживать. И ситуация катится. Напоминаю, но у нас нет южного варианта, да, в этом смысле? Ну, тут, что называется, Южный Вьетнам. Да, тут, скажем так, у нас, я бы сказал, весь Афганистан был такой большой Южный Вьетнам. Да. Александр, ваше суждение? Ну, поражением это назвать нельзя, просто были... Все условия были к тому, чтобы выводить войска. И, то есть, основное нужно было сделать на то, и чего хотели добиваться еще с начала 80-х годов, чтобы все-таки афганское правительство само решало свои проблемы и договаривалось со всеми. Просто, в принципе, до того, как афганское правительство и его глава стали этим более реально заниматься, прошло там порядка 6-7 лет. Вот, но именно... Так и хотели, чтобы было с самого начала. Вообще же, когда вводили войска, их собирались через несколько месяцев уже вывести. Никто не собирался. Да, об этом говорили. То есть вы считаете, что какой-то, да, долгосрочный результат все-таки был достигнут? Да, и еще такой момент. Даже хотя и вывели войска, но продолжали колонны идти и снабжаться боеприпасами и вооружением и всем остальным вплоть до 91 года. Вот когда СССР развалился...
Вот тогда России были приняты решения прекратить помощь Афганистану военную. И как раз это одна из причин была, это еще, это еще была до 91 года военная помощь. Не только, да, там поставки. Но имеется в виду то, что боеприпасы поставляли. Да, вооружение, боеприпасы. Да, вооружение, боеприпасы. Хорошо. Вот такие итоги, да, афганской войны от наших экспертов. И очень бы хотелось, чтобы эта история наконец закончилась. Спасибо. Смотрите программу «Историада».